Всем привет! Сегодня 20 октября, день игры Action Reaction Cube Super, посвященный Хэллоуину. Это историческое задание. В 1808 году на этом месте был построен первый предшественник падающий штат театров в Карлсруэ. А 28 февраля 1847 при пожаре в этом театре трагически погибло 63 человека. Поэтому в задании речь идет о 63 призраках, которые не любят огонь. Главный 64-й призрак — это Гроссерцог фон Баден Карл Фридрих. И как раз возле памятника этому человеку мы решили приклеить фон. Мы сейчас находимся на Шварцвальдштрассе 39, и здесь мы клеим наш код. Это задание команда получит у агента. Оно на скорость. То есть, как только команда находит код, она должна сообщить об этом нам. До тех пор, пока задание не решено, у команды каждую минуту сгорает бал. Команды постепенно собираются. Через несколько минут мы дадим старт. Будет интересно. Как ваш успех на данный момент? В принципе, хорошо. Раскладали одну закатку, нашли три объекта для фотографии из четырех. Вы уверены за своего агента? Конечно. Как можно сомневаться? Родная сестра. Мы уже сделали вот это, и нам сейчас осталось до последнего. Мне предстоит спуститься в некий подвал, в котором, по легендам, в канун Хэллоуина погибают миллионы игроков в Action Reaction. Посмотрим, во что это выйдет. Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. To terrorize your neighborhood, and whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Третье место Energizer, 97 баллов. Второе место Hammer Dry, 115. И победители сегодняшней игры Бешеные ежики. Оба-на, нихера себе. Все, выключать, да?